все происходило. Самолет совершал вираж, видимо, уже находясь на недостаточной высоте. Затем Су-27 совершил что-то напоминающее маневр бочкой со снижением и стал стремительно сближаться с землей. Высоты оказалось явно недостаточно, чтобы поднять машину. Затем Су левым крылом задел за деревья, этот момент хорошо виден, и практически стоя на крыле, самолет врезался в зрителей и начал переворачиваться. Все это произошло как раз в той части аэродрома, где ставили палатки, находилось особенно много зрителей. Момент катапультирования пилота.